Несмотря на изобилие и богатство пасхального стола, кулич – неотъемлемый атрибут праздника, ведь именно кусочком кулича разговляются после длительного поста. Процесс же приготовления этого лакомства таит в себе особые секреты. Считается, что к приготовлению кулича нужно подходить с особым настроением, ведь если делать это в плохом расположении духа, то тесто может не подняться. Сочинский хлебокомбинат планирует произвести в этом году более 55 тонн пасхальной продукции. Чтобы мастерам все удалось, предприятие по уже давно сложившейся традиции перед началом праздничных смен приглашает священнослужителей для получения благословения. Очень ответственно подходим к приготовлению праздничных куличей, очень кропотливо, очень работники ответственно к этому подходят. И для этого мы пригласили специально священнослужителей, чтобы все почувствовали именно светлость этого праздника, что это не просто неодушевленный какой-то кулич, а это действительно символ, символ нашей христианской веры, символ светлого праздника. Отец Олег осветил все производство хлебокомбината, окропил святой водой сотрудников и совершил молебен. Делателям благо поспеши, и дела рук исправи, и в совершение силою Пресвятаго Твоего Духа спешно произвести сотвори. Мы вместе с коллективом хлебокомбината совершили молитву, попросили помощи Божией о том, чтобы Господь помог и вдохновил их, скажем так, и помог испечь эти куличи вкусными, чтобы они украсили пасхальные праздничные столы наших прихожан. Ну а освещать эти куличи нужно, конечно, прийти в храм на пасхальную службу или утром в день Святой Пасхи. Вот тогда уже совершается освящение самих куличей. Всем, мои дорогие, желаю помощи Божией, желаю встретить праздник Пасхи с настоящей, с искренней, с духовной радостью вместе со своими близкими в кругу своих семей. Работы у мастеров производства накануне праздника явно прибавилось. Сочинское предприятие расширило ассортимент. К Пасхе в продаже появятся совсем маленькие куличи, которые, к примеру, удобно будет подарить. Учли в этом году и пожелания покупателей. На этот раз будет увеличено производство именно творожного кулича, который особенно полюбился сочинцам. Рецептура из года в год меняется, но неизменно одно – правильно приготовить. Готовленный кулич остается мягким и свежим довольно долго. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.